А оно не АФКшит? Успела! Успела! О боже, я успела! Я успела! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плея. Наташа, сегодня нас ждет кое-что необычное. Это Гренни, 3 в Роблокс, судя по тому, что мы тут видим с вами. Нас встречает дед, нас встречает Сландерина, нас встречает бабуля. У него тут красные десна, у деда, видимо, пролитый томатный сок. Но магазины красные остались. Давайте присоединимся к игре. У нас есть дом, трудность начала через... Вот, отлично! Так, ну чё, здрасте. Это наш дом, да? Я от первого лица играю. Слушайте, ну это обычный, типичный второй дом Гренни. Вау. Так это ж дом из этой части, из первой самой. Во, обманщики. Тут кто-то рано поутру вызывал ка сатану. Ля прикол. А отсюда, наверное, Гренни может свалиться, да? Ой, привет. Привет, девочка-кубик. Тут какая-то паутина. Я уйду в туалет. А чё нам надо найти? О, меня не найдешь. А что у нас есть? Бабка, детка, медведка. Ну да, нам нужно сбежать. Привет. Ну, слушайте, мы в этом доме были. Я немножко расстроена. О, смотрите, я нашла кусачки. Я нашла кусачки. Я делаю кусь. У-у-у, Гренни, бежим! 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 Ой, она кого-то убила. Был пацан, этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Пошла нахрен. О май гад. Я не знаю, есть ли тут проход, ребята. Она же не залезет за мной? Она не умеет залезать. Чувак! У меня для вас есть кусачки. Бери кусачки, они твои. Отлично. Отлично. Я ему помогла, за мной бежала Гренни, ты видал? А, она пришла! А, не... Да убери! Блин, ты прикинь, коза. О, тут дверь. О май гад. Она меня ждет? Гренни! Ой, блин, я испугалась! Она слишком быстро ко мне подошла, я обосралась. Ля, прикол, я хочу еще, мне понравилось. Какая прикольная игра. Но я могу только за ними смотреть и наблюдать. А я могу играть? Да, мы можем играть за бабку, блин. Вот это прикольно, это даже лучше Пиги. Я бы хотела быть здесь бабкой. Да я, она просто так резко вышла на меня, что я это обделалась, реально, я тебе отвечаю. Никто такого не ожидал, такой подставы. Подожди, может быть, есть какой-то сервер там другой? О, магазин товаров. Мы можем покупать ей платье. Оля, принцесса. Ля, мы можем ее наряжать. Хотите, она будет оборванкой? Хотите, она будет монашкой? 55 долларов, нихера себе. Извините меня, слишком дорого. Не, это другая игра. Вот. Видишь, титечка живая сейчас. Все, отлично, пойдем. А дом-то другой. Или это... А, это подвал. Привет. Ля ты картошка. Ля ты картошка. Так, а что, тут девы нету, Мария? Вау. Тут столько проходов. Ёпта. Она же не может бегать по вентиляции, бабка. Тут что-то какой-то плохой знак над моей головой. Возможно, мне станет плохо, но надеюсь, что нет. О, это бассейн. А, это лодка. Смотри, я нашла лодку. Ребята, лодка. Мы можем отсюда сбежать еще разными способами. Слушай, какая толковая Гренни. Вот это я понимаю, нашла. Вот это кладезь. Тут, видимо, дома из трех всех серий вот этих вот, прикинь. Блин, ну прикольно. Давайте делать вещи. Главное, чтобы нас не убили самым первым. Потому что если нас убьют, это будет, ну, такое себе. Вам нужен ключ от сейфа. А если ключа от сейфа нету? Боже, мне так страшно. Она идет. Бежим. Беги, беги, глупец, беги. Беги, глупец, беги. Бегите, глупцы. Так, я вот сюда зайду. Я лучше пересижу вентиляцию. Знаешь, я дверь закрою. Типа, я не я, и ложь не моя, меня тут не было, тебе показалось, этого не было. Так, все, тут... Нет, ты меня не видишь. А ну, не надо врать. Ты такая вруша. А где она?
Ля ты крыса. Ключ безопасности. А как мне найти ключ безопасности? Опа. Пацаны, у меня есть ключ от бензина. Это же офигенно. А что здесь никто не бегал, что ли? Ну, Грэнни здесь, по крайней мере, нету. Опа, еще ключ от оружия. А, вот это, кстати, вот это вот Грэнни 3 карта. Все, я выбрала. Во, смотри. А? Ну, ты тогда... Сейчас кто-то из нас, либо он, либо я, будет бабкой. Понимаешь, кто-то из нас будет сейчас старой такой бабкой, которая будет... Вы бабушка! Спасибо. Я бабушка! Поздравляю. У меня есть внуки. Чувак-то знает, что я бабушка? Ну, сейчас посмотрим, какая я бабушка. Насколько я хорошая бабушка! Иди сюда, внучок, дам тебе пирожок! Маленький, ой, куда пошел? А ну иди сюда, негодник! Я тебе кое-что покажу! Вообще, мне кажется, здесь есть тактика стоять у одного предмета. Вот так, типа, знаешь, спрятаться. И они не будут знать, что я здесь. Потом кто-то сюда прибежит, и такая, на-на! Вот смотри. Я кинула здесь такая эту штучку свою. Вот так, смотри, сныкалась. И меня никто не видит. Ну, почти. Ладно, пойдем. Маленькие малыши, вы где? Все как в жизни, мой мальчик. Привет. Ладно, я пойду от тебя, я плохая бабушка. Ой, закрыл дверь, ты посмотри. Сейчас пойдет, смотри. Привет! Э! Так, крокодил. Да, я тебе долбану. Один человечек остался. Малыш, where are you? Я тебе кое-что покажу. Малыш, ты где? Мальчик мой. Бабушка тебя ждет. Ты где там прячешься, мой сыночек, сосуночек? Малыш, где-то сидит скотина, наверное, заныкался. Бабушка идет за тобой. У меня для тебя кое-что есть. Палочка, сосалочка, леденец. I see you. А может быть, я одна осталась? Прикинь, если я осталась одна, и я такая, типа, тут бегаю. Нет, кто-то пришел. Я же не умру. Так, ну чё, пошли искать. Малыши, вы где мои плохиши? Может быть, они снизу? Давай посмотрим, что у нас в подвале. Так, я кого-то слышу. Ой, фига, даже Йорика посадили. Я кого-то слышу. О, фига. Вот это проход. Так, ну кто-то на втором этаже. Где-то на третьем этаже бегает. Приветики. Куда это ты? Ина. Он думает меня перехитрить? Серьезно? Ты меня решил перехитрить? Меня? Ты решил меня перехитрить? Ну и что будем с тобой делать? Да, привет. Либо ты, либо я, понимаешь? Нет, там кто-то еще ходит. Да, ты в безвыходной ситуации.
Ладно, давайте сделаем вид, что мы уходим. Мы такие, на-на-на. И посмотри, мы такие, оп. Мы такие, ага. На скотина такая. Иди сюда, ты, маленький потрошонок. Возьми ключик. Возьми ключик. Ой, прикиньте, как ему страшно. Он проиграл эту битву. Сочувствую ему. Где? Ага. И что это мы там сидим? Я выиграла. Прикольно. Хочу еще. Хочу еще. Это было круто. Мне понравилось. Давайте... Что? Что-нибудь там проголосовать? Да не буду я голосовать. Так, только давайте, чтобы я снова не была бабушкой. Я хочу теперь быть не бабушкой. Ребята, мы должны с вами успеть выжить. Так, у меня сразу есть кусачки. Поэтому пошли-ка с этими кусачками заниматься важными делами. Перекусывать провода, перекусывать провода. Вот это вот все, да, я сказала два раза провода. Ну, бывает. Так, спокойно. Нихера себе. Оно не афкашит? Успела! Успела! О боже, я успела! Я успела! Чувак, не иди, нет, 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 не иди туда, не иди, ты умрешь! Ты умрешь! Ты умрешь! Чел, ты умрешь, она здесь! Чел, ты помрешь. Так, а как ее кинуть? А? Нет. В смысле? В смысле игра окончена? Да в смысле? Ты чё? Нет. Так, здесь я смотрю тоже, да, дом? А, здесь второй дом. Почему? Так, а можно я за шторку войду? Ой, ты девочка? Так, а чё по бабке? Где бабка? Ой, бляха, нихера себе. А ты уверена, что девочке стоит с таким, это, обращаться оружием? Так, ну я ничего не вижу. Здесь, скорее всего, уже... Меня выкинули. А чё меня выкинули? Может, бабка ушла? Так, давайте второй дом. Ну, типа, по приколу. Только не делайте меня бабкой, не хочу быть бабкой. Бабкой быть страшно и унизительно. Ну, вообще не так страшно, как могло бы быть. Так, бабка Кисигири... Нормально. Не повезло тебе родиться некрасивой. Гоу, я создал. Гоу, ты засал или не засал? Так, сюда, наверное, нужен ломик. Я пойду сбегаю сразу вниз. Мало ли тут что-то будет. Нам нужно сбежать каким-нибудь единственным способом, да? Вот. Опа, ломик. Отлично. У меня есть лом, чуваки. У меня есть лом. Пойдемте за мной, у меня есть лом. Может быть, они бежали от бабки? Так, пацаны, я нашел ключ. Пацаны, здесь ключ от навесного замка. Ладно, кому надо, тот возьмет. Пойдемте посмотрим. О, видал? Видал, какая я красотка? Опа. Вот это не очень хорошо. Так, пошли сюда, сходим. Так, здесь ключ от оружия. Ребята, ключ от оружия. Второй этаж. Мне нужен второй этаж. Я надеюсь, здесь не будет паука. О, Jesus. Он меня не убьет? Надеюсь, что нет. О! Сюда мне и надо было. Так. О! Так, свечка зажигания. Отлично. У меня есть свечка зажигания. Я могу ее в теории отнести куда мне надо. А надо мне ее отнести куда-то хорошо и далеко. Так, ребята. Вы что-то прям вообще ничего не делаете. Вы хоть в грени-то играли. Вон еще один ключ. Так, бабка там. Пусть подумает, что кто-то попался. А на самом деле-то никто и не попался. Ей показалось, этого не было. Так, ключ от оружия. Пойдемте возьмем оружие. Ой, это бабка? Или это человек? А, это человек. Господи, меня так не пугай. Смотри, у меня есть оружие, чел. Я доверяю только себе.
Понятно? А как стрелять здесь? Ребята, как стрелять? Наверное, просто на стрельбу. Блин, может быть, отдать? А то на меня так бабка выйдет, я ж ничего не смогу сделать. Я ж облажаюсь. Вот она. Так, давайте проверим. Подожди, а как? Как работает дробовик-то? Что она не умерла? А, она глуш... Да чё меня кикнули? Меня кикнули? За что? За что? Я же все делал хорошо. Меня кикнули? Эклер, 559, бабушка. Ну что ж, поздравляем его с тем, что он бабушка. Повезло, что не дедушка. Здесь уровень сложности 2. Может быть, сама по себе игра плохо играется. Но тут вроде как предметы лежат все на тех же самых местах. Я хочу посмотреть, нет ли здесь паука. Человека-паука, разумеется. А ты о чем подумал? Пусто. Ой, тут все двери открываются. Медведь сидит такой, кого ждет, непонятно. Так, ну-ка. Дай сюда зайду. Бесполезняк какой-то. А если я спрыгну, я расшибусь, да? Я же не такой, не живой гусь, правильно? Ладно. А чё, может свалимся в туалет-то, нет? Так, и чё тут? А, ребят, ну тут что-то как-то ничего нету. Что-то как-то пустовато. Один вон Дракула со Слендерином. Ну видно, что фанат делал. Сделано прям с любовью, я хочу тебе сказать. Прям видно, что человек, который делал эту игру, он прям любит Грэнни, он прошел все ее части. Он прям, прикиньте, он, наверное, долго делал эту игру. Так, есть тут что? А если найду? Блин, у нас, как у игроков, реально большое преимущество. Мы можем с вами вообще по разным путям здесь это исходиться просто. И нас будет очень сложно поймать. Так, а что ты кусачки тут оставил? Ты что, дурачок, что ли? А, понял. Я тебе джедайским мечом. Охерела, что ли? Я понял. Тут как бы хитрожопая женщина. Да-да. Смотри, сейчас что сделаю. Смотри, я его сейчас обману. Смотри, он сейчас пойдет проверять. Развели. Я не просто так играла в Грэнни очень много времени. Я знаю, как это работает. А чё... Пацаны, беги! Вот ты посмотри, бегает за мной. Пацаны, у меня есть кусачки, я сделаю кусь, если смогу. Кусь, кусь, я не боюсь. Мне нужно укусить. Та-та-ра-та-та-та. Зайди, зайди, зайди. Ух, я перекусила. Так, ребят, я перекусила. Заходи ко мне в домик. Будем жить вместе. Меня-то! Ну что ты другую девочку бы выбрала? Почему меня-то? Ну блин! Явно что-то пошло не так. Юля Барт, 123, она будет у нас бабкой. Я буду человечком, выживальщиком. Опять играем на вот этой карте, но что поделать, ничего. Зато мы с тобой много чего умеем делать. Видишь, какие мы с тобой молодчики. Так, ты мирный? Ты мирный? Все отлично. Бабка через 14 секунд появится, как бы. Так, что тут можно поделать-то? Дайте чихнуть, что ли? Еще, правда! Видишь, я не вру. Так, нам что-нибудь нужно с тобой. Ничего здесь нету. Это бесполезная комната. Если мы спрыгнем, мы расшибемся и сдохнем. Вот в чем вопрос, понимаешь? Умрем ли мы? Или мы будем живы? Как бы тут такая палочка-то? О двух концах. Так, ребят, вы только смотрите. Так, у меня есть кусачки. Я делаю все то же самое. Так, я перекусил. Пойдемте посмотрим, где бабка. Так, но ее здесь нету. Отлично. Мы с тобой сделали уже прям две штуки. Видишь, мы помогаем нашей команде выбраться отсюда. Так, подожди, это что, рисунок? Чертеж.
Ты что, бабка здесь, что ли? Зачем ты балуешься? Там кого-то поймали. Привет, брат. Кого-то поймали из наших, прикинь. Боже, так страшно. Все-таки это человек. Если это будет человек, он меня может это очень быстро огреть. Что-то я ничего не вижу. Походу, народ простащил. Либо надо идти в подвал. Смотреть в подвале, но тут рил ничего нету, только книжки. Где бабка-то? Так, пойдемте сходим сюда, посмотрим, что это такое. Что это за средство? А, это банька. Банька, парилка, водка и пивас. Полный расколбас. Нихера себе. Вот это я понимаю, тут устроили. Ключ от оружия. Ой, а где оружие-то в этом доме? Я уже и не помню. Ой, оно так далеко. Ну ладно, пошли. Мы поднимемся, нет? Типа обратного пути здесь нету, да? Понятно, ты не пройдешь просто так. Ну хорошо. Чем богаты, тем и рады. Пошли, я возьму оружие. Ох. Ага. Кер там плавал. Ты посмотри. Смотри, смотри. Пошла она наверх. Ты думаешь, я глупый? Серьезно? Она реально думает, что я настолько глуп? Ой-ой-ой, как, какие-то потуги. Ну, кажется, я в западне, ребята. Я реально в официальной западне. Она тут со мной. Я, видимо, один-единственный остался. Смотри, вот зря она сейчас так поставила. Этот парень был из тех, кто позволил мне убежать. Так что сочувствую тебе, братан. Тебя убили только что, кажись. Бывает. Не получилось. Не... В смысле? А как она там оказалась? Она так быстро там оказалась и меня убила? Нет. Ну что ж, давайте последний разочек присоединимся к игре. Какой-нибудь там это самое. Опять в этом доме. Хорошо, ну пошли. Чё вы тут сделали, чё не сделали? Вообще, мне кажется, ничего не сделали. Игра только что, видимо, началась. Не, ну, в принципе, здесь такой нормальный оборот. Мне, в принципе, нравится. Так, чё у тебя есть, братан? Нихера у тебя нету, я вижу. Я вижу, что у тебя есть только какой-то гомункул на этом самом. Да-да. Ты лучше вперед смотри. Да, тут твою жопу сейчас это, обиходуют. Так, ну и чё, где мы с тобой? Я пошел наверх, мой дорогой друг. Так, что это? Это пригодится. Я это заберу. Знаешь, запретить, чего я заберу? Я откупорю, во-первых, первую из штучек. Видимо, кто-то не донес. Знаешь, он нес и не понес. Не смог донести. Может быть, я смогу донести? Это мое предназначение. Донести. О, все, ключ есть. Теперь надо, чтобы его кто-то взял. Так, вот она. Идем тогда на второй этаж. Она прям, смотри, много людей поубивала. Блин, а у нее, наверное, есть какие-то сокращалки, да? Не, мне на самом деле бы взять. Она, по идее, должна сейчас пойти проверять. Не, ну вроде бы я слышу, как кто-то бегает. Господи, я чуть не обделалась. Ты чё? Пойдем, я с тобой схожу. Пойдем. У меня есть штучка, которая поможет нам открыть дверь. Так. Что-нибудь надо где-то? А, наверху перекусывается. Я так долго не играла во вторую часть Грэнни, что я уже забыла. Так, все, я открыл. Ребята, я открыл. Ребята, у меня есть свечка зажигания. Ребята, я добыл свечку. Тебе в жопу, видимо. Что-то ребята какие-то необщительные мне попались. Так, смотри, мы с тобой вдвоем, видимо, живые. Ты вот эту дверь открывала. Тут пусто. Вот эту не открывала. Вот эту она не открывала. Тоже мне полуталась, блин.
Так, ну что, ребят, пошли. А как думаете? Я думала, здесь кузнечик будет. Все, теперь понятно. Ой, господи. Ракообразная. Опа. Так. Ладно, я понял. Она тебя там караулит? Ну ты тогда с ней подольше постой. Поотвлекай ее, я сейчас свечку принесу. А это слендерины мишки? Вам нужны спички? Хера себе. Так, подождите, пацаны, мне нужно на второй этаж сбегать. Мне нужно забрать медведя. У этого медведя что-то... Да чё меня опять кикнули? Ну, короче, ладно. Вот такая вот игра, как вам, пишите в комментарии. Мне понравилось, для Роблокса вполне себе не дурно. Увидимся с вами уже очень скоро. Подписывайтесь на канал и пишите, какая карта вам понравилась больше всего. Пока!